Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале «Твори добро». И сегодня я вам расскажу и покажу, как связать самые простые варежки крючком. Они вяжутся очень легко и просто. У них нет соединения рядов, поэтому отсутствуют какие-либо швы, однако узорчик присутствует довольно-таки симпатичный. Это все ускоряет работу с варежками. Здесь применена маленькая хитрость, чтобы сделать поплотнее наш пальчик. Резиночку я делаю длинной для того, чтобы защитить руку от холодного ветра. Украсить данные варежки вы можете различным образом, как вам вздумается. Можно сделать аппликации, можно вышивки, можно что угодно, или оставить так, как есть. Варежки вяжутся очень быстро. Поэтому вы еще успеете на Новый год сделать подарки и себе, и своим близким, любимым, дорогим людям. Детям также это понравится, потому что на самом деле это все очень просто. Я все показываю, рассказываю очень подробно. Давайте приступим. Для варежек я взяла две нити. Это фирма Alize. В данном случае первая Real 40. Это 40% шерсти. И 60 акрила. Вот эта пушистость у нитки, это акрил. Хорошая мягкая ниточка. У нее 480 метров на 100 грамм. И вторую нить взяла я для того, чтобы пушистость была более натуральной. Это кидмахер. У него 500 метров в 50 граммах. Вот такая тоненькая ниточка. И она очень пушистая. И еще с этой пряжи, если вы будете работать, то обязательно берите побольше спицы или крючок для того, чтобы она смогла раскрыться, эта пряжа. Эта пушистость потом становится все больше и больше. Очень приятная, хорошая пряжа. Это цвет серый, это цвет джинс. Итак, для того, чтобы нам связать, я возьму крючок номер 4, так как вяжу я свободно и легко, мне этого будет достаточно. Если вы вяжете туго, возьмите крючок побольше, для того, чтобы наша ниточка смогла раскрыть всю свою красоту. И нам понадобятся маркеры для того, чтобы отметить места, где мы будем убавлять нашу варежку, чтобы она была ровно и красиво закончена. Можно ее заканчивать с двух сторон, можно с четырех, это вам как захочется, столько и возьмите маркеров. Соединила две моих ниточки. Наберу 20 воздушных петель. Перевернули, перекрестие держим. Захватываем ниточку и в петелечку продеваем узелочек, затянули. Готово. И начинаю набор. 1, 2, 3. То есть у нас получается вот эти петли, эту мы не считаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, видите, я набираю свободно, не затягивая. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Теперь у нас одна петля на крючке. Эту я зажму вот так и сделаю еще одну петлю. Вот эта петля у нас пойдет с вами на подъем. А это уже пойдет на столбик. И мы провязываем, вставляя в эту петелечку крючок, захватываем нить, провязываем столбик без накида. В следующую петельку делаем точно так же столбик без накида. И так мы продолжим набирать наши столбики без накида до конца нашей цепочки. То есть наших столбиков также получится 20 штук. Когда вы провязали столбики, ваша ленточка перекручивается, но это временное явление. Провязав последний столбик, мы делаем воздушную петлю. И вставляем крючок вот за эту сторону петельки, вот здесь. Делаем так, чтобы вам не потерять ее. Так будет удобнее. Протянули петелечку и соединили обе вместе. Повернули полотно, это у нас столбик без накида. Следующий столбик без накида мы также цепляем заднюю стенку петелечки.
Захватываем нить, протягиваем ее сюда и провязываем эти две петелечки вместе за заднюю. И так и провязываем все эти наши 20 столбиков до конца. 19 столбиков я провязала. И здесь для новичков, еще раз говорю, лучше всего считайте, чтобы не упустить последний столбик. Он здесь, под этой петелечкой, прячется, и вы можете про него забыть. Когда вы считаете столбики, вы его точно не забудете. В данном случае 19 столбиков, значит, должен быть 20. Смотрим сюда внимательно. Если эту петелечку отодвинуть, вот еще одна наша петля, куда мы должны сделать 20 столбик. Не забываем об этой петелечке, иначе наше полотно убавится. Провязав этот столбик, мы все повторяем снова. Делаем одну воздушную петлю, и сюда же, где вот эти две петелечки соединялись, мы вставляем крючок в одну сторону, заднюю. Когда мы поворачиваем полотно, это задняя стенка нашей петельки, и провязываем опять же столбик без накида. И дальше опять же все повторяется. За заднюю стеночку петли провязываем наши 20 столбиков. И так мы и вяжем вот эти ряды туда-обратно за заднюю стеночку, и у нас с вами получится резиночка. Я провязала резиночку. У меня получилось 16 вот таких ребрышек. Я думаю, вы понимаете, это хорошо видно. Оно все очень-очень эластичное и очень хорошо тянется. Если просто вот так положить, расправить слегка и померить, то по высоте у меня получилось 12 сантиметров, а по длине 20. 12, потому что я люблю, чтобы резиночка была большая, чтобы холод не проходил далеко. Соответственно, думаю, вы понимаете, да, резиночка у нас будет вот таким образом одеваться на руку. Вот так. Теперь нам нужно это заключить в кольцо. Каким образом мы это будем делать? Смотрите. Когда вы вот так положили, хвостик у нас начальный здесь. Заканчивали мы вот здесь. Если у вас ручка поменьше, вы можете делать не 16, а, скажем, 14 вот таких вот ребрышек, полосочек. Каждая полосочка – это 2 ряда, то есть у меня 32 ряда. Так, смотрите, здесь вот этот ряд смотрит вниз. Если мы перевернем, то он смотрит вверх. Так, вниз. И здесь то же самое. Мы закончили так, чтобы наше ребрышко смотрело туда. Поворачиваем, она смотрит вверх. Значит, это лицевая сторона, и нам нужно будет, чтобы она вот так выглядела, соединяться. А соединять мы будем, конечно же, с изнаночной стороны. Значит, нам нужно перевернуть, сделать таким образом, чтобы лицевая была внутри, изнаночная снаружи. И теперь отсюда мы начнем соединяться к нашему хвостику. Для того, чтобы соединить, я переверну крючок, возьму троечку, так мне будет легче подцеплять петелечки. Здесь мы закончили с вами ряд, точно так же последний столбик провязали и сделали одну воздушную петлю. И также я вставлю крючок вот в эту петелечку. С этой же стороны, смотри внимательно, это наша начальная цепочка. Вот у нас одна хорошо видна петля, вторая вот она, пушисто. Вот так подцеплю, вот она. Вторая сторона этой петли, вот две. А в одну мы делали столбик. Здесь то же самое, то есть вот она цепочка, если хорошо присмотреться, вот ее видно, вот. То есть мы будем цеплять не за вот этот край, который четко виден, а вот за вторую, вот здесь он находится. Посмотрите внимательно, и вы хорошо их увидите. Соответственно, так как здесь я уже вставила крючок, то и сюда я также его вставляю в мою первую петелечку. Стараюсь сделать это прямо в уголочек.
чтобы у нас было все ровно, край получился ровным. Захватываю нить и протягиваю нить через все петли на крючке. Вот и все. Дальше я делаю все то же самое. Захватываю с этой стороны дальнюю петелечку, как и раньше было все дальнее. И здесь, с этой стороны, а наоборот, получается как бы ближнюю. Вторая петля. Захватываем нить и соединяем. То есть мы сейчас делаем соединительную петлю. Опять с этой стороны захватили. Находим следующую петелечку. Вот у нас петля. Берем ее половиночку. Захватываем нить и опять же делаем соединительную. Берем дальнюю петлю. С этой стороны берем ближнюю петлю и провязываем все вместе. И, соответственно, у нас с вами 20 петелечек, поэтому у нас сейчас также получится 20 стежков до конца. Пришла к этому краю. Здесь я также зацеплю с этой стороны уголочек, петелечку, и вот здесь у нас петелечка, и также сделаю соединительную петлю. Сделаю одну воздушную. Итак, у нас изнаночная сторона. Я здесь особо не переживаю за то, что шов здесь виден. Это изнаночная сторона, и все равно мне. Выворачиваем на лицевую сторону и смотрим с этой стороны. Видите, у нас шов сливается с узором. После стирки его совсем не будет видно. Он тоже станет таким же пушистым, как сама резиночка. Дальше мы продолжаем вязание следующим образом. Переверну крючок, снова возьму четверочку. Хвостик я теперь буду прикладывать и сразу его прятать под вязание. Как я вам уже говорила, это один ряд, а это второй ряд. Здесь третий, здесь четвертый, да, ребрышки нашей резиночки. Так вот, теперь нам нужно сделать в каждое ребрышко по полустолбику. Здесь у нас есть такие дырочки, и мы можем спокойно в эти дырочки вставлять крючок. Делаем полустолбик. Раз. Можно даже вот посерединке вставлять, да, вот в эти дырочки вставлять крючок и делать столбики. Так как у нас 32 ряда, соответственно, у нас получится 32 столбика. Мне нужно 34 столбика. Если ручки у вас тоненькие, то вам достаточно и по одному так сделать 32, может быть даже у кого-то 30. Если у вас меньше резиночка, то и того меньше. То есть здесь уже сами корректируйте ваш размер. Мне нужно 34 столбика. И я также и продолжу делать полустолбики до конца. Добавлю только 2 столбика. Я набрала 33 столбика. Сейчас я сделаю 34 столбик. И теперь смотрите, я делаю накид. И вот наше начало. Помните, воздушную петлю мы с вами набрали и сделали столбик. Вот сюда, под воздушную петлю, вот, вставляю крючок, вытягиваю нить и провязываю полустолбик. Я не делаю соединительных, я сразу перехожу полустолбиком на следующий ряд. Это у нас следующий ряд. И дальше в каждую петелечку продолжаю делать полустолбики. Когда мы здесь сюда пойдем дальше, на следующий ряд, у нас уже не будет никакой ступеньки. Соответственно, мы будем просто по спиральке подниматься вверх, чтобы не делать никаких соединений, которые видны в хорошем большом полотне. Чтобы не было этих швов лишних, мы будем делать это по спирали. Смотрите, есть еще один момент. Вот здесь получается дырочка чуть больше, чем все остальные. Если вдруг вам это не нравится,
если нитки не пушистые, скажем, да, тогда дырочку лучше видно. Можно сделать таким образом. Вставить вот сюда, в основании, где мы с вами соединяли, вот воздушная наша петля, вот сюда вставить крючок, вытянуть нить. Потом вставить крючок вот в эту петлю, в которую мы уже делаем столбик, вытягиваем нить. А потом их вместе провязываем. По сути, по узору получается почти то же самое, тот же полустолбик. А дырочки уже здесь такой нету. И дальше снова делаем накид. Следующая петелечка. Под петелечку я вставляю крючок, вытягиваю нить и снова делаю полустолбик. Вот видите, мы эту дырочку закрыли. Ее нет. Это если у вас не пушистые нитки, это будет очень полезно. Здесь у нас с вами узор идет именно под петелечку. Вот эти петелечки. Не в сам столбик. И узор получается в шахматном порядке. Смотрите, вот у нас тут сама петелечка, а под петелечкой идет ниточка. Старайтесь ее не зацеплять, чтобы не было такой большой дырочки, потому что мы, если мы ее уберем отсюда, здесь появляется вот такая дырочка. А если мы все-таки вставляем крючок под саму петелечку, оставляя эту ниточку здесь, соответственно, дырочки нет, а учитывая, что нить пушистая, но потом аккуратно все будет пушисто и красиво. Такой маленький нюансик вот в этом вязании. По спиральке я теперь продолжу вязание вплоть до того места, как мне нужно будет отделить пальчик. Соответственно, вы можете померить, одевая на руку. Вот у меня резиночка, и теперь я буду вязать примерно вот до этой косточки. Я для наглядности поставила сюда маркер. Это начало ряда. Даже то, что мы их вяжем по спирали, все равно мы должны контролировать линию соединения рядов, да? То есть вот полный ряд, пошел второй, здесь он закончился и так далее. Вот таким образом оно у меня будет выглядеть. Здесь вместе вот с этим первым рядом у меня 7 рядов. Мне нужно отсчитать 10 петелечек в эту сторону и поставить маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в 11 поставлю маркер. То есть я вот до этой петли буду вязать столбики. 10 петель достаточно для пальца. Вот, оно у нас останется. И зажимать ничего не будет. Дальше я продолжаю делать мои полустолбики до того маркера, который только что я поставила. Я дошла до маркера. И сюда в 11 петелечку я также сделаю столбик. Маркер, конечно же, уже можно снять, он нам уже не нужен. И теперь делаю 8 воздушных петель, но делаю их так же свободно, как начинали первую цепочку. Не затягиваем. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 петелечек. Отсчитываем наши 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Вот 11. В нее вставляю крючок, делаю накид. Крючок вставила и провязала наш полустолбик. И дальше снова я вяжу полустолбики. Дойдя до цепочки, я продолжаю делать полустолбики, но уже по петелечкам. Одна петелечка, также вторая петелечка, третья. Аккуратненько по цепочке также и проходим. Также мы в каждую петелечку, здесь уже столбик, и мы вот сюда вставляем крючок.
И теперь у нас с вами получилось на 2 петелечки меньше. То есть у меня было 34 столбика, сейчас у меня 32 столбика. Вот так у нас получается под пальчик. Как это выглядит на руке. Вот таким образом. Главное, чтобы нигде ничего не зажимало. И теперь вяжем полустолбики по спирали до тех пор, когда нужно будет убавлять. Вот до сюда. Я провязала от пальчика 10 рядов. Теперь мне нужно убрать 2 петелечки. Для этого я поставила маркеры на места, где буду убавлять, вывязывая мысок моей варежки. 10 рядов у меня сравнялись с моим мизинчиком. И 11 как раз вот здесь уберет петелечку. Одну, и вот здесь тоже одну петелечку. Поставила маркеры, смотрите, каким образом. Пальчик должен быть, конечно же, на ладошке, мы это понимаем. По краю проводим мысленно и ставлю маркер. Так как у меня 32 петелечки, 32 столбика, соответственно, между маркерами должно быть по 16 петелечек с одной и с другой стороны, чтобы было равномерно. Теперь, как я убавлю петелечку? Вот я поставила в столбик, 2 петли у меня здесь. Здесь еще одна, поэтому здесь я провяжу еще один столбик. Теперь, не делая накида, в эту петелечку вставляю крючок, вытягиваю нить. 2 петли на крючке. В следующую петелечку вставляю крючок, вытягиваю нить. 3 петли на крючке. Захватываю нить и провязываю все 3 петли вместе. По узору получается то же самое, что и на полустолбике. Вот таким образом. Теперь я дохожу до следующего маркера. Теперь в эту вставляю крючок, вытягиваю нить. И в следующую петелечку вытягиваю нить. И снова провязала. Опять из двух сделала один. Соответственно, убрала вторую петелечку. Все, теперь я провяжу этот ряд, закончу. И еще один ряд я провяжу без изменений. А потом мы уже начнем вывязывать сам мысок.